отец нас старшей сестрой, значит, мы на рыбалке были, вон это 21 числа мы, значит, поехали вон это по вечере на рыбалку. Вот 22 числа где-то днем уже приехали с рыбалки, пришли к нам соседи и сказали, что вон это, что началась война, что вон это, что немцы бомбили Киев, Минск, Москву, другие города, значит, вон, да. Отец долго слушал и сказал, что-то вот, что немцы, немецкая армия сильная, но победа, что ли, все равно будет на нашей стороне. Где-то вот так, вот такие слова, значит, говорил. А еще перед войной, в один из вечеров мы долго сидели с отцом на рыбалке на берегу реки, и отец говорил, что война – это страшное дело, и война без жертв не бывает. И он очень просил, чтобы мы значит, вот, с сестрами жили дружно, чтобы по мере возможности вот, я помогал вон, это матери, бабушке, чтобы выжить войну.